этим летом в Японии состоятся 32-е Олимпийские игры. 8 спортсменов из Чувашии представят республику на важнейших мировых стартах. Один из них – воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва номер 6 Владислав Полешов. Вау, как он это делает! Вау, как он это делает! Парень будто парит над брусьями. Отточенные движения, особая мужская грация – это и есть мастерство. Влад занимается ежедневно с 5 лет. На чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе он только что завоевал 2 медали. Впереди долгожданная Олимпиада. Готовились очень долго. Должен был быть в том году еще чемпионат России. Сложности только в подготовке, потому что соревновательного опыта не было целый год. Тренирую коньмахи и брусья, на них акцент делаю, на Олимпийские игры. Остался один Кубок мира отборочный, чтобы завоевать лицензию именную. Гимнаст уверен, что без помощи своего тренера он не смог бы добиться таких результатов. Анатолий Васильев заметил выдающиеся способности спортсмена еще в детстве. С тех пор они коллеги и друзья. В зале он очень трудолюбивый, никогда не сдается, идет вперед, всегда ищет мой взгляд. Я могу головой так махнуть, так, он понимает, ага, либо хорошо, либо плохо. Очень упертый, не сдается он никогда. То есть, если даже что-то у него на соревнованиях не получилось, мы садимся с ним, думаем и приходим к единому мнению, что мне надо было вот так сделать лучше. Эту ошибку мы исправляем, и на следующий день выходим и уже по-другому немножко выполняем. Для детей Владислав – пример для подражания. Они следят за всеми выступлениями знаменитого соотечественника и в будущем мечтают стать похожими на него. Он мой кумир. Хочу прославлять родную Чувашу и занимать места самые лучшие. Допустим, первое, второе, третье. Он мой пример для подражания. Я горжусь ним, что я с ним знаком. Владислав уже участвовал в Олимпийских играх 2016 года, поэтому определенный опыт уже есть. Но все же он волнуется и обещает, что к лету войдет в свою лучшую форму. Ольга Семенова, Павел Редков, Республика.